Ребята, если вы хотите, чтобы сегодня вышла вторая серия, то есть две серии за один день, все, что от вас требуется, это просто поставить лайк. То есть, если мы набираем на этой серии 500 лайков, то сегодня выходит еще одна серия. Получается, что две серии. Выйдет она или нет, зависит от вас. И зависит от вас еще то, сколько серий выйдет в один день. Всем приятного просмотра. Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами снова Эдисон. Мы продолжаем играть в Майнкрафт, свободный Пиксельмон. И добро пожаловать в наш пятый сезон в 44-ю серию, вроде по счету. Что мы будем делать в этой серии? Что мы будем делать? Так, сначала давайте это на Дроузи наденем. Я вроде хотел, если я помню, посмотреть, есть ли у нас саженцы. А саженцев у нас нету. А саженцы нам нужны для того, чтобы еще больше посадить Dragon Fruit и Vanilla Bean. Мы, наверное, просто-напросто сейчас пойдем в соседний наш биом. Или нет, ребята, знаете, что мы сделаем? Мы пойдем в джунгли. Мало того, что мы саженцы себе сможем добыть, так мы еще, может, покараулим мьюл. А вдруг? Ну а вдруг? Откуда? Откуда? Кто-то может знать, вылезет ли она или нет. Так. Это сюда. Это, в принципе, пускай будет, потом, если что, возьмем. Сюда мы можем что-то поставить, сюда ничего. Ща ночь. Сколько у нас... Ребят, там еще 181 убийство для того, чтобы мы прокачали уже орб и наконец-то смогли уже... Уже... ну, в принципе, смогли уже заспавнить Молтреса, да? Это будет круто, если мы его заспавним. Так, ну что, потопали. Что-то мы можем еще выложить в сундук, точнее в бэкпак, чтобы нам не мешало. Это допустим и это допустим, да? Больше, в принципе, такого ничего нету. А, точно, и еще вот это. Ой, куда? А, да у нас же тут верстаки есть, что-то я... потому что мы же набили кучу себе и железа, и алюминия. Вот смотрите, даже вот тут еще железо есть. Мы кучу же себе железа... Ой, выбили на бишарпах, да? Мы же качаемся на бишарпах, это, в принципе, нормально. Так, вот... Так. Замечательно. Замечательно. Может поспим или... Вот зараза. Мало того, что ты, паскуда, пришел в мой дом без разрешения, ты еще нападаешь в моем доме. Ни хрена себе ты борзый. А, нам нужно еще сделать квикболы и левелболы. Но я не знаю, ребята. Я не знаю, будем ли мы их делать сейчас. Но паркбол есть. Квикбол. Все, что мы сможем теперь сделать, это 3 квикбола, 8... дайв-болов и 5 даск-болов. Ну и 2 ультрабола. А если, например, нам кто-то днем попадется, да, какой-то шайни классный, а у нас не будет вообще болов его словить, то еще чуть-чуть нужно даск-болов и еще чуть-чуть ультраболов, кучу, более-менее, да, кучу левел-болов и несколько квик-болов. Опа, это у нас там кто? Гулет. Нет, я вижу, что ты вроде легендарный, да, босс, но... Извиняюсь. Хотя вроде, точнее, у нас и априконы там вроде нормально такое количество есть, но... Ладно, лишние... Хотя нет, бывают лишние. У нас и так уже много лишних там есть, но все же. Так, это мы сделаем. Лучше будет больше, чем нужно, чем будет нужно, а у нас их нету. Поэтому, в принципе, давайте соберем. Потом еще нужно будет за красителем сбегать. Так, это сюда... Это сюда. И сюда вот это, да? Так. Ну, давайте поспим. Все-таки давайте поспим. Быстренько поспим. И пойдемте, ребята. За Мью, да, ребят. Мы идем за твоей жопой, Мью. Если ты не заспавнишься, крышка тебе. Вообще, капут тебе. Хотя, не знаю, может... Может, она опять куда-то погулять ушла, что ли? Ща, ребят, я опять координаты посмотрю, а то там такие координаты, что я запомнить просто... Хотя могу, но все же. Так. Нет, сначала давайте лучше шейдеры выключим. О, шейдеры выключили, сейчас 100% Мью заспавнится. Ну, смотрите, ребята, вы не верите, что сейчас заспавнится Мью? Я смеюсь вам в лицо, смотрите. Опа! 15 секунд спавн Мью. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Мью. Я считаю вообще-то. 12 Мью. 13. Мью, ну не подводи же меня, зараза. 14. Мью.
Не будь паскудой, а. 14. 14 с половиной. Ну заспамься, ну чё тебе жалко нафиг. Ладно, так уж и быть. Не спамься, то не спамься. 15. Вот паскуда, а. Ну да ладно, потом может заспамиться. Может. Так, ну пока мы тут саженцы собираем, я надеюсь, они выпадут. Выпал хотя бы. Чё, издеваешься нахрен? Чё, даже ни один саженец не выпал. А вот с этого должен выпасть прямо. И не один, мне так кажется, с большого. Я там псайдака. У нас. Да, у нас есть псайдак, я помню. У нас есть псайдак. Он вроде даже у нас в музее стоит. Ух. Вот сейчас нормально, саженцы. Сейчас нормально. Сколько? Один! А почему ты мне... Хотя, а, да, тут же вроде и обычные саженцы. Я смотрю, ну, тут ты должен 100% мне дать хотя бы 5 саженцев. Потому что, ребята, для того, чтобы сделать... для того, чтобы сделать больше сад, нам нужны саженцы. А не всегда подходят обычные деревья, да? То есть, иногда нужно и джунглевские. Ух, охренеть, ты что-то долго как-то вот это ломаешь. Уже почти, ребята. Не расходитесь, уже почти. Фух. Такими темпами мы... Охренеть, как быстро даже алмазный топор сломаем. Давайте еще вот это быстренько. Опа, там шайни. А кто это? Гулдин у нас уже, ребята, есть. Гулдин у нас уже есть. Гулдин у нас уже есть, поэтому не будем мы ее ловить. Так, сколько? 9. Но нормально. То есть, а сколько-то... О, тут еще есть. А вот это вроде обычные, да, как я понял? 10. Как раз сойдет. Нормально. То есть, добыли. Все, можем уходить. А пойдем-ка мы, ребята, еще проведаем. Ну, допустим, проведаем Кёгра, да? Опа. Вот ты где? А где ты? Ага. Пойдемте проведаем. А вдруг? А вдруг? А вдруг мы его сейчас застукаем за каким-то делом? 230. Ой, да нет, вот так. Сейчас мы его, ребят, застукаем. 100%. Вот, ну 100% там Кёгр будет. Ну прям смотрите. Только нужно где? Вот туда, допустим. А, минус 2. Давайте минус 3000, минус. Минус 3000, 75, минус 3. Вот так, да? Главное, чтобы мы где-то в стене еще не были. Во, нормально. Там еще и босс. Ох, ну хотя бы ты тут, а не где-то в земле, да? А кого мы будем прокачивать? Наверное, в первую очередь мы будем Манферна прокачивать сейчас. То есть его мы прокачаем, выложим. Потом Чикариту. Ни хрена себе ты дубанул. Медитейт. Ну это такое, то есть... Poison. Да-да-да, я потом, ребята, может, как-то попытаемся поразводить покемонов, но не сейчас. Так. Это. Давайте, чтобы, в принципе, в данный момент это не мешало, поскладываем хотя бы вот туда. Вот так. Вот так и вот так. Замечательно. Ну чё, Кёгр, зараза, выходи гулять. Мы тебя ждем. Мы тебя все ждем. Ну выйди ты, ну не будь ты уже таким... Мудаком, что ли? А где там... Юх, ребят, сейчас давайте взлетим на какую-то большую высоту. Ну, в смысле, нет, не чтобы баг использовать, а просто чтобы не успеть упасть в воду. Хотя мы, в принципе, и так успеем, но все же. Я не помню, где там у нас находится... где у нас нафиг находится... Спаун Селеби. Ну, короче, мы где-то находили вот это все, но я, честное слово, просто сейчас не помню. Ладно, это потом нужно будет смотреть, потому что сейчас я не помню. Никто не спамился. Ладно, давайте домой. Так, ну что? Я не помню. Ребят, мы же вроде летали, да, были там где-то... Ну вдруг, знаете, нужно так тоже проверять, а вдруг действительно кто-то заспавнится. Я бы еще хотел найти алтарь Мартикуно, чтобы заспавнить и Молтреса, а после Молтреса сразу Артикуно, но... А тут нету нигде, случайно. Опа, вот, мы нашли. 3000, ни хрена себе координаты. ТП,
Ой, нет. А хотя, да, в принципе, сойдет. В какую сторону? Фу. В предыдущих версиях Пиксельмона мы, в принципе, находили, ну, я не знаю, может, это баг был, но мы находили прям нереально большое количество алтарей для Артикунов. Но я не нашел ни одного для Забдуса, ни одного для Молтреса. А сейчас нафиг, мы уже нашли два алтаря для Забдуса, нет, для Молтреса. Но до сих пор еще не нашли ни одного алтаря для Артикуна. Это как-то немного... А мне вообще интересно, то есть это пишется в чате, потому что кто-то мне говорил, что... То есть или не отображаются легенды на миникарте, или еще что-то. Фиг его знает, если честно. Дратини. Ее тоже нужно. Как я хочу уже нафиг легенду, но тупо никто нафиг не спавнится. Так, ну, если никто не спавнится, у нас остается выход прокачивать дальше орпа и потом просто самому заспавнить легенду, да? Опа, босс, 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 босс. Экон, о, как раз нормально, хотя бы не в земле. О, давайте еще, в принципе, сейчас пойдем быстренько Гроудона проведаем. Вдруг Манферну. Так, замечательно. Ух, Свамперта сейчас вздрючит. Или не успеют. Не успеют, это же Свамперт. Нестбол, Тандервейв. Ну, нормально. Так. Хил. Где у нас... А где у нас бродит Гроудоша? Гроудоша, Гроудоша, Гроудоша. Где-то ты должен быть вот тут. Минус 700, 1500. Минус 700, 1500. Главное не в стене, пожалуйста. Фу, сейчас будет прикол, если еще один Райкоу заспавнится. Это прям шутка будет, шутка года нахрен. Два Райкоу заспавнилось вот где-то в саванне, да? Но ни одного какого-то другого легендарного. Опа. А может... Данспарс какой-то. Я не знаю, давайте один Квикбол. Вдруг. То есть я не в курсе. Это, в принципе, новый покемон в этой версии. И, в принципе, мы ее словили замечательно. Антропить нет, ты уже у нас есть. Ну чё, Desert Hills, я жду нафиг. Я жду, пока кто-то тут... Кто-то, я надеюсь, тот кто-то понимает, о ком я говорю. Кто-то, может, вылезет. Может, он где-то закопался тут в этой горе нахрен, Desert Hills, и никак не хочет вылазить. Но, может, его поуговаривать, что ли, нужно. Так. Нормально. Грудоша, ты паскуда. Ребят, кто согласен, лайк. То, что Грудоша паскуда. Такая же, как и Селеби, и Киогр, и Лугия. И вообще, все легенды нахрен. Сговорились как-то. Грудоша, вылезай. Хотел сказать мелкая тварь, но ты никакая не мелкая нафиг. Ты огромная. А, ну, я бы еще хотел Бульбасавра проведать. Давайте, мне говорили, что его спаун больше вот в этих лесах, допустим. Минус 2700-600. Ну, может, минус 2700-75-600. Грудоша нет? Ну ладно, пока. Вот тут. Бульбасаур. Так, ну, я не знаю. Даже если он заспавнится, ну, я надеюсь, что нам хватит. Что нам хватит? Покеболов. Если нет, знаете что, ребят? Знаете, все-таки что я подумал? Если сейчас мы никого толкового не найдем, а в принципе, наверное, это так и будет, то мы пойдем просто-напросто в глиняный нафиг биом. Словим мы уже того билдума с помощью паркбола, да? И все. И будет у нас уже билдум. О, Стантлер. Стантлер. Квикбол. Попробуй. Попробуй. Нет, что-то он вообще не хочет залазить. А если мы дроузи... Драузи. Паунд. Драузи. Точнее, гипноз. Нет, промахнулся. Конфуз. И Драузи. суперэффектив. Опять промахнулся. Ты что, издеваешься? Ты ч... Да ты паскуда! Баблбим. Вот вы... Ну, Манферна его захреначит с одного... Да. А, так у нас уже есть... Так уже ночь. Я что-то смотрю.
Ща мы еще и Стантлера нафиг словим. Я надеюсь. Ух ты ж. Иди сюда. Опа. Ух. Не убей. О, рискованный. Так, даскбол. Попробуй словить с даскболом. А там что, еще один? Да, там еще один просто Стантлер, я так смотрю. Хотя нет, это просто лаг был какой-то. Ну да ладно. Опа. Лугия. А мне горели нас памятся вроде где-то в Deep Океан. То есть не в обычном океане, да, вот, например, как сейчас мы смотрим. А в каком-то Deep. А я, честное слово, даже не представляю, где-то. А если. Нет. А если быстренько мы сделаем вот так? И если быстренько мы сделаем вот так. И если быстренько мы полетим, то кого-то, может, мы и найдем. Вряд ли. Но все же. Так, окей. Океан. Вылечимся еще. Окей. Хил. Так, ну, в принципе, все стратовики, которые спавнятся в океане, у нас уже есть. Поэтому Ашавота. А, у нас еще нет Пиплопа. Вот, Дип Океан. Вот. Вылезай, паскуда, Лугия. Ну, вылези ты уже. Это что, остров или... Или хрен её знает? Нет, это не остров. Или остров. Если остров... Ребят, смотри, какой прям прекрасный остров. То есть такой и долгий, и, точнее, большой, и, в принципе, очень крутой какой-то. Deep Океан. Никто. Ну, никто не хочет... Мне спавнится. Ладно, тогда, в принципе, мы сделаем то, что и хотели. Быстренько пойдем. Словим Белдума. 405 тысяч, допустим. 405 тысяч. Белдум. А, ну да, это еще один, которого мы нашли. Хотя, а прикиньте, сейчас он только ночью будет. Только днем нахрен спавнится. Это будет вообще круто. Опа. Точно, мы же еще и багона можем словить. Точно, багон. Ух! Ждите, подождите. Ща мы его словим, только заберем. Never melt. Ни хрена себе. Ты где? Мне танк еще заспавился. Было бы круто, если бы Белдум. Сейчас нам мелтанк нахрен не нужен. Вот я не знаю, сможем ли мы тебя чем-то ударить и не убить. Ну почему ты на пласло меняешься? Ну, паскуда. Вот ты паск... О, нормально. На... О, еще раз. Замечательно. Фу, даскбол, попер. Даскбол. Словись, багончик. Бекончик, пожалуй. Я там вижу, Метагросса прям насолили ему задницу, прям так хочет напасть, но нападающим мы тебе вздрючим нахрен. С одного удара. Так, это тогда вот так быстренько. Ребят, мы словили Белдум. Ой, сейчас. Белдум. Я думаю, он. Ой, да что ты издеваешься, что ли? Дайте мне написать. Окей, спан Бел. Белдум, да. Но походу он только ночью точнее только днем спавнится. Но все же, если сейчас мы его не словим, то словим в следующей серии. Это такое, то есть, если мы уже собрались, значит мы его словим. С тем же паркболом, да? Зато мы словили багона, это очень круто. Еще алмазик выбили. Замечательно. Так, ну смотрим, ребята, смотрим, вдруг тут еще кто-то будет. Хотя, кто тут еще может быть, кто нам нужен, кроме Белдума? А даже если вот так порассуждать, ну, я знаю, чувак, я знаю, стоит, ну, в принципе, стоит, потому что потом и так нам нужно всех будет прокачивать. Последний бол мечты. Последний, слови. Я думаю, ты хороший больчик какой-то будешь. Замечательно. Ребят, то есть опять такая охота, можно сказать, мы много покемонов словили. Так. Но. Наверное, сейчас мы. Быстренько. Какие там координаты? Минус 2300.
Где-то вот нет. А хотя нет, вроде вот тут. Только немного вот туда. Вот. Ребята, нам нужно прокачивать наш орб. Нам нужно 176 убийств еще. B-sharp. Поэтому, ребята, давайте пока еще ночь. Мы быстренько поубиваем B-sharp'ов. А вдруг мы еще даже успеем прокачать Monferno в этой серии. Psybeam это можно. И в конце, в принципе, серии я еще трех людей добавлю. Знаете, я себе установил такой график. Потому что иногда бывали, точнее, такие случаи. О, как раз розовенький Дрози эволюционирует. То есть раньше бывали такие случаи, что за одну серию мы нафиг выкладывали 15 человек сразу в блокнот. В следующей серии мы выкладывали двух... Не в блокнот, а в музей. В следующей серии мы выкладывали двух человек. Потом еще в следующей мы выкладывали 7 человек. Потом 3, потом по 5-10 или там 7. И, в принципе, мне кажется, это не очень правильно. Мне кажется, даже если... В блокноте много человек, и даже если у нас хватает статуи, то все-таки лучше сделать какие-то ограничения и в одну серию там выкладывать по 3, по 4, по 5 человек, но не больше. То есть, чтобы не было такого, знаете, опять там в одной серии 15 человек, потом в другой 5 человек или еще меньше. Фух, ну что, бишарпы, вы где? Алмазик, нормально. И Monferno уже 30-й, опа. То не спа... Ух, ну вы зараза. То не спались, а тут сразу так заскочили все. Ну чё, Monferno? Сколько мы Monferno вообще уровней прокачали? Вроде в этой серии 4. Уже 5. Ну круто, хотя... Я не уверен, честное слово, я не уверен, что мы его сможем прокачать. Но все же он уже 32-й. Это нормально. И плюс к тому мы же орб качаем, ребята. Орб прокачивать это очень хорошо. Очень. Потому что 170 убийств это не за серию. Если бы мы так делали, помните, как в предыдущем сезоне, если бы мы сидели просто на острове и вот так качали, то 200 убийств за одну серию. Тьфу нафиг. Легкая дня. Но сейчас мы, в принципе, не сидим на острове. Чё же утро нахрен? Вы чё издеваетесь? Только ночь началась. Какое нахрен утро? Просто для меня как-то быстро пролетело. Хрен его знает. Тогда, по идее, ребят, не успеем мы прокачать Monferno. Зато потом, наверное, в следующей серии. Так. Да твою мать! Случайно. Да, в принципе, не так уж и далеко. Вот замечательно. Там еще и Басяндра. Сейчас попробуем. Monferno еще осталось 4 уровня. Какие 4? 6. 6, чтобы выложить. То есть 2 до эволюции. Ух, как ты прям встал под наш покебол. Я выкинул немного в бок от тебя, ты как раз туда подошел. Вот понимающий нафиг B-sharp. Вот этот нас понимает прекрасно. Ледиба. Вот ты Ледибия. Да, Ледибия. Ребят, это же Ледибия. Ты что, не знаешь, что это Ледибия? Как Ледибию не можно... Не можно. Нельзя знать. Так. Иди ты в жопу своим Люксери Бол. Дай нам XP-шер. Так. Ну чё, тут никого нету? На рассвете, на закате в поиске мы легендарных. Только я не знаю, зачем я сюда тыпыхнулся. Ну, в принципе, тут для Бульбасавра. Так. Вот сюда. А тут у нас кто? Тут Кьогр, да? Кьогр как раз на утру спавнится. Кьогр. Ребята, давайте попросим Кьогра. Кьогр, пожалуйста, мы тебя все очень просим. Не будь паскудой. Ну, вылези ты уже наконец. Ну, дай нам тебя словить нахрен уже. Так, еще нужно за фосилами смотреть, а вдруг... Хотя, в принципе, фосилов и так тут до хрена есть, поэтому как-то можно не переживать потом, если что, стоим. Пожалуйста. Ну, Кьогр, ну не будь ты паскудой. Зато я фосил нашел. Так. Быстренько. А то там под водой хренчу увидишь. Еще бы вот так. Где вижу, ребята, вижу. Не переживайте. А может и Кьогр сейчас, хотя хрен. Опа, успеем. Опа. Замечательно. Фу, успели. Так. Кьогр. Ну, пожалуйста. Ну, не будь ты скотиной.
От таких еще нафиг уговаривать нужно, а то они хрен вылезут сами. Так. Ну, походу, никто никуда не хочет вылазить. Хрен его знает. Хрен его знает. Так. Ну что, ребята. Фосил мы добыли. Замечательно. Ну, тогда. 400 вот. Под конец серии как раз уже можно заканчивать. Белдум. Как раз, если можно уже заканчивать, то давайте все-таки словим Белдума. Я надеюсь, ты залезешь в паркбол. Я надеюсь, ты уже не такой нахрен наглый. Белдум, ну где ты? Ах вы нахрен попрятались тут. Нестбол мечты. А мы сейчас словим. А прикол, если словится? Нет, ну хрен, конечно же. Это же Белдум. Так, паркбол. Вот сейчас мы и проверим. Действительно ли паркбол такой же, как и мастербол? А прикиньте, не словится. Я вообще охренею прям тут. Ну я не... Во, на. Ну, это хорошо. Это хорошо, ребята. Белдум, это хорошо. Так. Да пофиг тут. Фу, ну что? Что можно выкинуть? Это можно выкинуть. Словили, и это уже замечательно. Сейчас тпхаемся домой и спавнится. Ой, я не туда тпхнулся. Нет, не нужно, не поднимай. А прикинь, сейчас мы тпхаемся домой и спавнится у нас. А это где? А, это опять не туда я тпхнулся. Это куда это? А это что? Минус 3000. Ага, это океан. Просто там где-то мы на Селеби хотели. Вот, например. Нет, это... Только не говори, пожалуйста, что ты заглючил. Вот ты паскуда. Ну. Охренеть. Так. Пожалуйста, быстро. Опа, ребят, смотрите, я только зашел. У меня тут плющит. Но все же там шайник какой-то. А кто это? Кто это? Ты, иди ты нахрен, Меджикарп, а. Я уже надеялся там какой-то, ну не знаю. А это нахрен Меджикарп. Ладно, что мы там сломали, что можно выкинуть. Грудоша не идет, поэтому иди ты в задницу, Грудоша. Иди ты в задницу, Грудоша. Зато там босс есть. Дактрио. Он, в принципе, может быть в земле, может быть не в земле. Но как всегда, нам только нахрен... Дактрио и Диглиты попадаются, которые в земле. Поэтому иди ты... Вот. Домой быстренько. И еще тут Райкоу справится. По приколу. Так, сейчас мы, в принципе, в музей будем идти, поэтому я выключил шейдеры. А, давайте, ребят, подведем итоги этой серии. Кого мы словили? Мы словили Данспарс. Мы словили Стантлера. Мы словили Багона. Мы словили вот этого карапузика. И мы словили Белдума. Паркболом. Как... О, паркбол как выглядит. В принципе, 5 новых покемонов, это круто. Давайте быстренько пойдем в музей и добавим еще 3 новых людей в музей. Ну что, давайте, ребят, быстренько, чтобы не затягивать с этим делом. Давайте... Ага. Давайте Гул'дин. У нас идет The Full Jaff Artisarts. Имена такие, но, в принципе, если хотите поменять, я вам потом поменяю. И... Я не знаю, есть ли этот у нас человек, Евгений Ефримов. Что-то мне подсказывает, что он где-то есть, я его где-то видел. Ну, может, я ошибаюсь? Я надеюсь, что я ошибаюсь. А тут еще есть фичи свободные. Я надеюсь, что я ошибаюсь. Тут Манферно можно поставить. Но потом мы поставим Евгений Ефримов. Я не знаю, может, мне здесь... А сюда еще потом нужно будет поставить. Я надеюсь, что я ошибаюсь. Так, сюда же много уже нафиг эволюции можно. Кроб... Нет. Голба... Да ты чё издеваешься? Да чё издеваешься нахрен? Столько раз поменял раскладку, а оно... Опа. Чё-то ты куда-то полетел. Там боссов куча. А тут Кроба, да? Тоже шайни. Да куда вы нахрен взлетаете? Вот так. В принципе, много уже людей. Тут у меня есть еще, ну, имена, которые нужно поменять.
Да нет, в принципе, того чувака у нас нету. В музее. В принципе, ребят, да пофиг, уже в этой серии мы поставили двух людей, пускай будет двое. Пускай будет. Ну-к, ла-ла-ла, ла-ла-ла. Вот сюда. На Эпома. Нурик попросил поменять. И тут еще есть много людей, которые попросили поменять, но я сейчас не буду менять, потому что их нужно искать. А чтобы всех найти прямо сейчас, это действительно будет очень долго, и я не хочу даже сейчас вот это сидеть и все менять. Поэтому, ребята, люди, которые просят поменять имена, просто ждите, я потом поменяю. И плюс к тому, ребята, те, кто еще не попали в музей, ребят, вы просто не переживайте. Если вы наоборот будете писать: Эдисон, я уже столько пишу, почему ты меня не добавляешь в музей, я специально не буду добавлять. Но вот только из-за принципа я вас не буду добавлять, только потому что вы никак не можете потерпеть и никак не можете понять, что может вы уже... Тот, кто сейчас спрашивает, почему я еще не в музее, я же много комментирую. Первый вариант ответа. Первый вариант. Ты ни хрена не смотришь, тебе вообще не интересно, что мы делаем и все остальное. Ты просто заходишь, это пишешь, и все, и выходишь. Потому что тебе похрен, что мы делаем, тебе главное попасть в музей. Второе. Ты не слушаешь, что я говорю, то, что есть большая очередь, и может ты в данный момент уже находишься в нашем блокноте, то есть в списке. Все, что тебе нужно, это просто ждать, пока дойдет твоя очередь, потому что, видите, я добавляю по 2-3 человека, чтобы, в принципе, не было очень много, и чтобы у всех была своя очередь. Может, ты уже находишься в списке, и может, ты уже через пару серий попадешь в музей, потому что нужно подождать, пока подойдет твоя очередь. А те, кто будут специально говорить, то есть: Эдисон, я уже прокомментировал нахрен миллион серий, а я захожу в его комментарии и смотрю, что он прокомментировал, может, где-то 7 серий с такими комментариями. Ты супер, класс, о, классная серия, ага, класс, 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 и все. И потом 8-й или 9-й комментарий он меня уже спрашивает: Эдисон, ты чё нахрен офигел? Я уже комментирую 40-50 серий, да, а на самом деле там 5 серий, и я еще до сих пор не попал в музей. Вот таких я специально не буду добавлять, потому что если комментируешь, если ты знаешь, что ты много комментируешь, что ты уже должен 100% быть в блокноте, и просто все, что тебе нужно, это просто ждать. Поэтому, ребята, вместе с этими, если кто-то увидит, что люди пишут такое, то есть: Эдисон, я уже много комментирую, почему ты меня не добавляешь в музей? Посылайте нахрен от моего имени, так же, как с теми, которые пишут заспавнить легенду через баг. Сразу пишите: иди в жопу, PS от Эдисона. Или иди в пень, PS от Эдисона. Сразу нахрен такие пишите. Ребят, вы мне действительно поможете, потому что я уже не справляюсь с этими чурками, которые никак не могут понять, что есть очередь, и каждый должен ждать. И, в принципе, если ты комментируешь, то ты уже 100% должен быть в очереди. Поэтому нахрен посылайте таких сразу от моего имени, и, в принципе, чтобы они знали, что просто нужно ждать. Ребят, на этом мы заканчиваем эту серию. В принципе, опять... Больше чем полчаса, я надеюсь, это вам нравится. На этом заканчиваем, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, всем за просмотр, всем удачи и всем пока.